Всем привет, меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер. И вы на моем канале Шакаяма в рубрике «Обозри меня». Не знаю, только что придумал я. Мы обозреваем сладости, ну вот сегодня будет напиток, купленный в Хорватии, Европе. Ну, было где, было кем, главное, чтобы он показался у меня в руках. И рядом были вы, чтобы услышать мое мнение. Итак, сегодня мы обозреваем, этого нет в Москве, в России, и оно там не приживется 100%, потому что это напиток, который называется пипи, и он желтого цвета. Вот, напиток, по моему мнению, такой не, как бы, невозможно, чтобы он стал интересен, популярен в Москве. Ну, кстати, Алиса, которой с нами нет, она обожает напиток, прям вот обожает. И ее вообще не смущает ни цвет, ни надпись. Даже какая-то песня есть, пипи, вот. Я не знаю, как бы, что это за песня, здесь текста нет. Я ее слышал пару раз, вот, но не могу вам напеть, уж извините. Так, давайте попробуем. Вот, давайте ее откроем. Пахнет как Фанта. Кстати, она, это как Фанта, где чуть меньше сахара. Ну да, в ней она вообще практически не такая сладкая. Можно почитать, сколько там, я сейчас не могу этого почитать. Ну да, она такая. И знаете, вот есть еще напиток Оранжина. Знаете, нет? Если не знаете, напишите, не знаю, я вам его покажу, расскажу о нем. Типа Оранжины, то есть не такой сладкий, как Фанта, вот этот вот пипи. Но вкус не такой выраженный, как у Оранжины. То есть он апельсиновый и не сладкое. То есть что-то среднее. В общем, приезжайте в Хорватию за ней, больше ее нигде нет, чтобы попробовать понять, о чем я говорю. Вот, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Жмите на колокольчик и до скорых встреч. Пока-пока!